Я засваливаю красную рыбу, ну, например, чевачу. Сначала ее нужно разделать на филе, взять 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, посолить со всех сторон, завернуть потом в ткань хлопчатобумажную, вот, и оставить в холодильнике на 2 суток. Она пропитается солью и будет готова к употреблению. Посолили вместе с сахаром. С одной стороны. Складываем вместе. Вот такая рыбка получилась. Теперь солим ее с двух сторон и заворачиваем в ткань. Посолили с одной стороны, перевернули на другую, то же самое посолили и заворачиваем. Рыбка посолена и завернута в льняную ткань в несколько слоев. Теперь она полежит в холодильнике 2 суток и будет готова к употреблению. Очень вкусная, сочная, не сильно соленая, то, что надо к празднику. Приятного аппетита!